Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей стране для перерабатывающих и добычных предприятий сложилась непростая ситуация в области обслуживания и ремонта оборудования. На территории Российской Федерации работает множество предприятий, на которых установлено промышленное оборудование, привезенное из-за рубежа. Ввиду популярности объявления различного рода санкций, многие зарубежные компании сегодня вынуждены отвернуться от своих клиентов в России, отказывая в поставке запасных и расходных частей для оборудования по политическим мотивам или из-за невозможности осуществления данной поставки ввиду закрытия логистики. А это тысячи единиц шредирующего оборудования, дробильно-сортировальных комплексов, заводов по переработке и утилизации ТБО, различной спецтехники. Все они могут остановить свою работу из-за отсутствия расходных частей. Настало время повернуться лицом к отечественному производителю оборудования. На сегодняшний день мы готовы оказать помощь в производстве запасных частей и расходных элементов для оборудования, привезенного из Европы и Америки. Фрезы, ножи, валы, фракционные сетки, металлоконструкции. Компания Global Plant обладает большим производственным потенциалом. Для вас мы готовы по согласованию изготовить любые расходные материалы для дробящего, перерабатывающего и прочего крупного промышленного оборудования. Если у вас возникли сложности с поставкой расходников, не теряйте ни минуты. Обращайтесь к специалистам компании Global Plant для расчета стоимости запасных частей, пока у вас есть возможность снять чертежи с имеющихся у вас расходников для дальнейшего их производства в нашей компании. Бесплатный федеральный номер телефона, электронные адреса специалистов мы разместим в описании к данному видео. Для переработчиков шин также в описании будет размещена ссылка на наш каталог запасных частей. Подписывайтесь на наш канал. Распространите данное видео руководителям своих предприятий. Настало время сплотиться, и вместе мы создадим долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Сделайте наш мир чище вместе с компанией Global Plant.